контрольное взвешивание не было. Пасть в ней там вообще просто. Бомба! Всем привет на нашем канале. Вот. Есть у меня видео, прислали мне ребята, как они ездили на Селигер. Как-то мы о нем рассказывали. Вот. Ездили они на Селигер, на реку Сележаровку. Я тоже там был в начале лета. Вот. Они вот, ребята, были в октябре месяце. Троллили они там щуку. Поймали одну очень неплохой экземпляр. По-моему, 4 с чем-то килограмм. Сейчас точно не помню. На видео она будет. Потом ее выпустили и не снимали, что выпускали. Потому что все-таки мое мнение, что маточных особей надо выпускать. Причем, ну, 5 килограмм щука, она невкусная, она воняет тиной, я не знаю. То есть я, в принципе, ем килограммовых таких щурков, самые сладкие считаю. Вот. Так что смотрите вот это видео. Видео снято на камеру GoPro. Качество, я думаю, будет нормально. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Да, Инесс, как лайки ставим? Покажешь? Вот так, да. Ставим лайки. Будет много видео, уже начал выкладывать зимние рыбалки. Приятного просмотра. Завтракаем. Чем ужин закончили, тем завтрак и начали. Правильно, дабы желудок не отвыкал. Чисто нет. Я после первой рыбы. Принципиально. Я первую отпустил, поэтому. Скажи, у меня траур. Ну это мы сейчас. Ну нет, ну просто сфоткаться надо было. Ну здесь. Поэтому траур. А что-то неповадно всем было фоткаться. Документации-то нету, что ты ее поймал. Как? Вон, здесь указания есть. Судейские показания. Ничего не знаю. Пасть камеры засовывали. Вот такое горло. Сантиметр 4 в закрытом состоянии. Знаешь, он откроет. Вот такие глаза, я понял. Глаза он и выпал сразу, типа, смотрел, не запоминал. Ага, а то потом после бани пойдет купаться, да? Бубенцами зазвенит, она и возьмет. Чего-то не обязательно идет. Есть же воблера в виде яйца. Да? Куриного, тот маленький, ага. Даже как называется это. Ага. Они идут, это круглая фигня, в основном раскраска Fire Tiger, и одинарный крючок сзади. Mm-hmm. И оно еще и плавающее, причем оно деревянное делается. Mm-hmm. Вот, садись. Ну что, пошел? Давай. Че, даже не сожрали всю ее. Плохо клевал, наверное. Да. Блин, а холодно в сапожках-то, ёлки-палки. Это я еще не вышел. Перемешать, да, сболтать напиток. За экземпляром. Опять пишет. Ну что, как аппарат? Ушатанный? Да? Ушатанный? Не, лучше мне. Надо съесть.
без крыльев. А? Без крыльев. Что он у вас сделал на новой лодке? А? Практически да. Контрольного взвешивания не было. Пасть у них там вообще просто. Бомба! Давай, Сань. Мы в шоке. Так, будем... Подожди, у нас еще не пришло время. Смотри, одна к другой в жабру головой влетела. Блять, они сидят там. Вон, что кто-нибудь. У нас что-то одни минус. А я чуть красный меня оторвал, Саня, вот там, видать, где вы въебались. Там вот на выходе, да. Тихоня, во что вы въебались, бензин. А, Саня, за рыбалку. За рыбалку. Красная голова, да? Красная голова, все. А ты на что поймал? Вишневая? На бордовую. Сейчас я вот эту поймал. Там поближе. Там должно быть. Я сейчас вишневую маленькую. Сейчас мы выйдем, пойдем вот туда и сюда. Там будет нет. И обратно надо по этой пройти, потому что. Хватит снимать. Для истории. Да есть, но нам некуда. Печаль. Воблер спиннинг. Говорил Макс, не одевай зеленый. Самое спиннинг. Это пизда. Рудру заворуюсь.
Я за них не ловлю ромик здесь, слышишь? Суп. Блять, охуенно. А эту на какой цвет вы взяли? Слышь, а эту на какой цвет вы взяли? Это наруду, друг. Ну, все, что с красным связано, значит, берет. А мужики-то видел? Сказали, ни одной вообще не взяли. Проплывали, вот мы двух видели, две лодки. Сказали, вообще ни одной рыбы не взяли. Не повезло. Вы спросили на троллинг, они говорят нет. Молодца. Ну что, мы завтра будем ставить эти постовухи-то? Да, конечно. Чавелю. Только свечишь, подружка. О, красавчик. Ты ее боком, ты ее забавил? Нет, забавил. Гостовая рыба у нас идет сегодня. Ай. Прям краешек. Это чисто. Без всяких пиявок. Живки красивые.
Ой, ге! Блять, стоять! Вот что значит профессиональный воблер. Чистенькая, ровненькая вся. Красавица. Молодец. Родная. Родное. Молодец. Посмотри. Вот она, сидит пиявка. Жрутая. Жрутая. Всю нашу рыбу поймали! Красавица! А ты красавица. А да да, красавица. Ха-ха. Он ровно в тех камышах. Ничего делать не надо, распустился ровно 5 метров. Вот она щучка. Жадная, голодная. Красивая. Давай еще раз туда, заново туда. ГОСТ есть ГОСТ, никуда от этого не уйдешь. Один стандарт. Аккуратно за край губы на один крючок.